В областной картинной галерее появились новые экспонаты. Благодаря им Тверская пинакотека станет доступной для более широкого круга посетителей, в том числе и с инвалидностью по зрению. Наша съемочная группа побывала на презентации, прошедшей в Западной башне Императорского дворца. В 2022 году областная картинная галерея стала победителем конкурса «Создание тактильных копий музейных экспонатов» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Мероприятие проходило в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». В итоге теперь в экспозиции имеются 4 тактильных макета, 3 барельефа к живописным произведениям и 1 скульптурная копия. Тактильные копии выполнялись мастерами особого взгляда. Целая группа мастеров, они работают для наших русских музеев. Ну, отбирались копии ученым советом, и было очень много критериев этой отборки. И советовались, конечно, мы и со слабовидящими людьми, вот без этого нельзя. В итоге теперь слепые и плоховидящие могут на ощупь ознакомиться с экспонатами, воспроизводящими портреты Екатерины II и писателя Леонида Андреева, иконописные образы Моисея Угрина, князя Владимира и Аркадия Новоторского, а также скульптуру «Египтянка». Сегодня у нашего путевого дворца, у нашей картинной галереи открывается впервые трогательная история. И это трогательная история, когда мы можем с вами ощутить вот эту красоту экспонатов, да, прикоснувшись к ним кончиками пальцев. Теперь в планах проведения цикла экскурсий для людей с нарушениями зрения, посвященной знакомству с уникальной коллекцией картинной галереи. В дальнейшем Тверская пинакотека планирует расширять методический фонд тактильных экспонатов.